На зв'язку із студією Олеся Бацман, журналістка і головна редакторка інтернет-видання «Гордон». Пані Олесю, вітаємо, добрий вечір. Добрий вечір. Президент прямо не відповів на питання, чи піде він на другий термін. Він сказав, що ще не час це вирішувати, ще не час про це говорити. Але, наприклад, політолог Олексій Якубін в нашому ефірі сказав, що він бачить в фразі «президент 2.0» натяк на другий термін. Я почув натяки на другий термін ще в кількох відповідях президента. Що ви почули, побачили? Буде президент 2.0, тобто другий термін, чи ні? Ну, если рассматривать конспирологические версии или руководствоваться какими-то намеками, то тут можно и говорить о том, что Владимир Зеленский имел в виду, как он сформулировал, вспоминать то, что на прошлой своей пресс-конференции он подтвердил свое желание идти на второй срок, хотя во время президентской кампании он настаивал на том, что президент в Украине должен избираться только единожды, ну, по крайней мере, он так собирался делать. И даже его лучший друг Евгений Кошевой в интервью мне, которое он давал как раз перед той пресс-конференцией, говорил о том, что так и будет, что Владимир Александрович своего решения не меняет, и на второй срок он не идет и не собирается. Поэтому, если говорить о том, о чем говорят в кулуарах или рассуждают политологи, то тут можно далеко зайти, вплоть до того, что в том числе сейчас обсуждается версия, что на празднование 30-летия независимости Украины, когда рейтинг Владимира Александровича будет максимально высоким, уровень поддержки у населения, он может даже пойти на то, что объявит досрочные парламентские и президентские выборы. Но это все конспирология, это все то, о чем говорят. Это может быть и может не быть. Пока что мы можем руководствоваться только реальным днем. И я вам хочу сказать, что до того момента, пока наступит дата президентских выборов, новых президентских выборов, еще столько воды утечет, еще столько всего поменяется, а главное, появятся или не появятся достойные конкуренты, которые могут побороться за президентское кресло и победить. И вот из этого всего, из всех этих факторов будет складываться в том числе решение нынешнего президента Владимира Зеленского баллотироваться или нет на второй срок. Пані Олесю, чого ви не почули сьогодні від президента, а хотіли? І що з того, що ви почули, з почутого вас розчарувало? Ви мене бачите? Так, і чуємо. А ви нас? Пропадала немножко картинка, да. А сейчас все уже в порядке. Вы знаете, я не услышала ответ на тот вопрос, который сама бы задавала, если бы у меня была такая возможность, потому что от нашего издания вопрос задавал Дмитрий Гордон. Он у него был объемный из двух частей. А я, если бы спрашивала, я бы говорила о свободе слова. И будет ли Владимир Зеленский гарантом свободы слова в Украине? Потому что я вижу на сегодняшний день очень тревожные тенденции. Мы помним, что Бородянский, как член команды Владимира Зеленского, начал с того, что придумал закон о дезинформации, в котором в том числе была норма об уголовном преследовании журналистов. Слава богу, журналисты объединились, отбили эту инициативу, абсолютно драконовскую. Но на сегодняшний день аппетиты как-то со свободой слова побороться и ущемить эту свободу слова, у слуг народа не умаляются, они продолжают расти, потому что до сих пор на повестке дня, я напомню, стоит закон о медиа, который преследует свободу слова в Украине и является реальной угрозой для такой свободы. И вы знаете, я если бы спрашивала, я бы спросила Владимира Александровича не только как у президента, а и как у человека, который стал очень популярным и стал очень успешным в той своей предыдущей профессии, в том числе благодаря свободе слова в Украине. И вы знаете, я перед пресс-конференцией специально пересмотрела его большое
нашумевшее интервью Дмитрию Гордону, которое он давал уже больше 2 лет назад, еще в качестве кандидата в президенты. Он там очень хорошо говорил о свободе слова. Он приводил в пример Великобританию и говорил о том, что там прекрасная свобода слова. Там все говорят то, что думают. И если на телеканалах или в медиа появляется какая-то информация, и кто-то с ней не согласен, пожалуйста, есть суд, ты идешь в суд, и ты отстаиваешь в суде свое право. И это правильная концепция, это цивилизованный мир, и это демократия. Потому что я вам хочу сказать, что у Украины, благодаря 2 революциям есть единственное и главное завоевание, достояние наше. Это свобода слова. Обо всем остальном можно говорить с добулы, чем из добулы. Но свобода слова у нас есть. И мы ее не собираемся отдавать. Поэтому, вы знаете, я ни разу не слышала, чтобы президент комментировал закон о медиа и вообще комментировал инициативы властные, которые направлены на ущемление свободы слова в Украине. Я очень хотела услышать его ответ и его комментарий по этому вопросу. Угу. Пані Олесю, ну а в цілому, так би мовити, президент і візуально змінився, здається. Він став в доброму сенсі повільнішим, він став в доброму сенсі спокійнішим. Принаймні, це на мою думку, на мій погляд, погляд з екрану, я не був там присутній. Що скажете ви, яким чином змінився президент, чи змінився він взагалі, і який, ну можливо, в нього не змінився імідж, який він вибудовує собі? Яким хоче себе бачити? Лично мої суб'єктивні відчуття. Владимир Олександрович сьогодні відчуває себе на своєму місці і в своїй тарілці. Він дуже впевнений. Він розуміє, що він робить, зачем він це робить. Розуміє наслідки, розуміє відповідальність. І розуміє, як він це хоче робити. Якщо до цього... Первая, вторая пресс-конференция. Вот все те публичные общения с прессой, которые были, он был, конечно же, не так уверен и не так расслаблен с точки зрения того, что он, ну, он не боялся, наверное, сложных вопросов. Не было никакого намека на то, чтобы кто-то из команды Офиса президента подходил к журналистам перед пресс-конференцией и, например, спрашивал, а какой вопрос вы хотели бы задать, какая у вас тема и так далее. Нет, абсолютно. Каждый ведь спрашивал то, что он хотел. И это хорошо, это хороший признак. Пасибі вам. Дякуємо, що долучилися до нашої бесіди на Україні 24. Олеся Бацман, журналістка, головна редакторка інтернет-видання «Гордон».